Вся Волынская область признала эту закуску непревзойденной. Но оказалось, что готовят это блюдо из говяжьих хвостов. Как такой необычный и недорогой продукт превратить в настоящий деликатес, знает моя очаровательная гостья, участница 6-го сезона проекта «Холостяк» Иванка Кличук. Встречайте! Я тебя прям как суперзвезду привет объявила, потому что человек, который умеет говяжьи хвосты превратить в деликатес, это наш человек. Надюш, от я в Київ не часто приїжджаю, але коли приїжджаю, то збираюся з дівчатами, з якими потоваришувала, да, і намагаюся щось їм таке приготувати, здивувати їх чимось. Да, Іванка розказала мені ситуацію, яка сложилась несколько днів назад на ринку. Вона зі своїми подругами з проекту «Холостяк» ходила на ринок, вибирала продукти. І от з Катею і з Рітою я їх запросила на ринок. Ну, для них це, звичайно, ну, щось нове. Вони: «Ой, куди ринок?» Хтось, я кажу: «Дівчата, йдемо». Ну і пішли ми, і почали вибирати м'ясо. Ну, я там різне м'ясо було, і звернула увагу на говяжі хвости. І от їм запропонувала, і вони зразу почали: «Фу, ну ти то, от да-да-да-да-да-да». Не захотіли. Эти твої подружки, они здесь. Я пока их спрятала специально в комнате, чтобы они ничего не видели и не слышали. Мы с тобой все это приготовим, потом их пригласим, они попробуют, выскажут свое мнение, и только тогда ты расскажешь, из каких ингредиентов. Давай подшутим? Давай, Надюш, це буде цікаво, я впевнена в цьому. А, кстати, это же одна из самых недорогих частей говядины, да? 30 гривень на кілограм. Недорого совсем? Ну, да. Що нам ще понадобиться? Говяжі хвости. Нам потрібна мука, хліб, хрін, масло, огірочок, цибулька, лавровий листочок, гвоздичка, два вида перця душистий горошком. Вполне понятний набор продуктів. Починаємо готувати. І для початку ми піджаримо наші говяжі хвостки. На ринку говяжі хвости, як я смотрела, уже подготовленными продаются. Там даже попросить, чтобы разрубили на порционные кусочки. И сразу можно дома хорошенько помыть и уже начинать готовить. Так, так. И на сливочном масле именно, так, да? Так, так. І потрібно трошки соняшнику, щоб не підгоряло. Ми будемо наші хвостики обмикаємо в муку і будемо обжарювати, щоб дати їм такий вишуканий смак. Пока не солить, не перчить не будемо, так? Да? Ні. Пока тут хвосты обжариваются. Ты знаешь, даже удивительно немножко, что вы так конкурентки на холостяке так подружились вместе на рынок, по магазинам. Как тебе это удалось? С Катей я еще товаришувала на проекте, она достаточно мне такая близка людина. А вот Рита, она такая веселая, життєрадісная, и они мне сподобались, так почала с ними спілкуватися. Ну вы же все-таки боролись за одного мужчину. Я просто вважала, що не потрібно там конкурувати нам на проєкті. Просто холостякові потрібно показати себе, і нехай він сам вирішує. Ну, от видиш, от з таким от підходом ти і вилетіла почти перша. А, кстати, ти взагалі довольна вибором холостяка? З всіх дівчаток, які залишились, я вболівала за Альонку. Да? Вона досить відкрита, щира дівчинка, і я була за нею. Подзолотились з одної сторони і переворачуємо. Да, дійсно. Сливочное масло не горит, благодаря тому, что добавили немного растительного. Пока шкварчить, мы подготовим специи для говяжьих хвостів наших. Висипаем перчик, гвоздичку, ну, чуть трошечки. Духмяный перчик додаем и лавровый листочек. Тоже будем измельчать его, да? Как интересно. Так. Для того, чтобы измельчить до однородного состояния все специи, мы используем специальную насадку-измельчитель в нашей кухонной машине. Быстро и без усилий с нашей стороны справится она с работой. Мы можем регулировать скорость с помощью специальной ручки. Как раз и хвосты обжарились. Берем кастрюльку, выкладываем наши говяжьи хвостики. А вот этот сок, там маслечко, будем использовать? Ні, тільки хвостки. Будемо варити. Так, ми зараз наповнимо водичкою. А скільки води потрібно налити? Так наливаємо, щоб покрило м'ясо. І сюди відправляємо наші спеції. Відправляємо цибулинку. На невеликому вогні воно має покипіти десь годинку. І через час продовжимо приготовлення цієї ізумітельної закуски. В течение часа томились на медленном огне говяжьи хвости со специями. Мы достаем наши хвостики. Очень наваристый бульон, конечно, получился. Мы его тоже будем использовать? Мы его процедим, марлечку разгортаем. Да. И процеживаем, чтобы специи остались у них. Просто забираем марлечку. Прекрасно. Надюш, поможешь? Мне нужно отделить мясо от хвостиков. А кто же у вас в семье больше готовит? Ой, у меня готовят и тато, и мама.
Але от говядину в мене дуже смачно тато готує. Він дуже любить говядину, він за здорове харчування. Недаром это его фирменная закуска, которая прославилась на всю Волынскую область. Далі ми ту рідину будемо відправляти, ну, щоб вона захолола, але желатину додавати не будемо. Бо в хустах вже і так вистачає. Кості вже можна відкласти. Подрібні на малесенькі-малесенькі кусочки. Як ти думаєш, понравиться твоїм подругам привередливим? Думаю, що сподобається. А я уверена, що будуть нахвалювати. Так. Куди ж вони дінуться? І при цьому я напомню, що себестоїмость достатньо невисока. Всього 30 гривень на говяжий хвост, спеції практично всі були вдома. Замечательно. Что дальше? Так, Надюш, я подготовила уже посудинку, харчовую плівку и ее накрыла. Угу. Мы выливаем сюда суміш. Ага, мясо вместе с бульоном. Харчовая плівочка у нас для того, просто когда оно захолоне, будет легче достать. Зверху еще нужно накрыть харчовой плівочкой, чтобы не впитало весь запах, который есть в холодильнику. И отправляю на 3 годинки в холодильник, чтобы оно захололо. Надюш, що ми не чекали, я завчасно підготувала суміш, яку ми щойно готували. Вона вже захолола. Ну давай поки не будемо її доставати. Просто знайдемо минутку, щоб випити по чашечці кофе. Качайся, пожалуйста. Дякую. Нескафе Класік – глоток бодрості і енергії з утра. Не можу не спросити о личній житті. Ми ж всі ждемо, не дождемося. Ну, та-дам! Надюш, з особистим життям у мене все добре. Я зустріла людину, з якою я щаслива. А мы за тебя очень рады, ты молодец. А, кстати, он знает, что ты снималась в проекте? То есть он тебя видел по телевизору? Уже знает, так, бачу. Ага, а когда познакомились? Когда мы познакомились, не знал. Но он не рассердился, когда узнал? Не, чему? Ну как, чего? Пошла с каким-то мужчиной знакомиться? Та не, ну это же было до него. Отлично, продолжим. Далі мы будем формувати нашу закусочку. Дістаємо. Для початку мы робимо колечко из хлеба. А это вот прекрасные маски для Кати и Риты, когда Катя и Рита пойдут на карнавал, то мы им подарим. Ну, зараз мы эти кулачки помажем так трішечки хрень. Да, для пикантности отличная идея. Ну, кому хочется поострее, тот может побольше. Кто не любит хрен, я так думаю, можно горчицей. Теперь нам нужно выкласти эту сумеш на досточку, чтобы зручно было делать кільця. И також мы вырезаем кулачка. Сразу кладем на нашу закусочку. Угу. Только я так понимаю, что это нужно делать еще и быстро, чтобы наш холодец не растаял. Это еще не все. Мы зараз... Неужели будет еще аппетитнее? Так. Нам нужно загирочка такие слайсики. Так. Спочатку снимаем шкирочку. И на наших глазах из простых ингредиентов закуска превращается в произведение кулинарного искусства. Ці смужечки з огірочками ми трішечки присолимо, щоб вони пустили сіки, і ми обмотуємо нашу закусочку. Іванка завершає оформлення цієї ізисканої закуски, а я поки напомню, як ми її готували. Візьміть говяжі хвости, луковицю, гвоздику, чорний перець горошком, душистий перець горошком, сливочне масло, лавровий ліст, соль, муку, огурець, растительне масло, хрен і хліб. Обвалять разрубленные говяжьи хвосты в муке, обжарить в сливочном масле с добавлением растительного со всех сторон до золотистого цвета. Выложить луковицу с гвоздикой, перец, лавровый лист, обжаренные куски хвоста в кастрюлю. Залить водой так, чтобы она покрывала мясо. И варить на минимальном огне час-полтора. Остудить, снять мясо с костей, мелко порубить. Бульон процедить. Далее содержимое кастрюли вылить в форму с пищевой пленкой и отправить в холодильник для застывания. Закуску формировать по типу канапе. Кружки хлеба смазать хреном, разместить остывшую мясную смесь и обмотать кусочком огурца. Какая интересная у нас встреча сегодня получилась. Но главным сюрпризом это будет для твоих подруг. Ой. Кати и Риты, которые уже готовы к нам присоединиться и продегустировать эту закуску вместе с нами. Встречайте! Это у вас так вкусно пахнет. Здравствуйте! Конечно, мы готовили, ждали вас. Здравствуйте. Здравствуйте! Какие красивые все! Ну, такие ароматы. Ну, вы хотя бы предупредите, что это. Как вы видите, это мясная и овощная изысканная закуска. Пробуйте угадать. Ну что, будем пробовать? Это что там? Похожая на холодец. Я вижу мясо. Думаю, что это говядина. А сама? Интересный вопрос. Зорька. Ну, нравится тебе? Да, очень вкусно. Достаточно вкусно. А как на рынок мы ходили? На что мы дивилися? Рита, на что мы дивилися? Вспомним тот продукт, который вас удивил больше всего, к которому присматривалась Иванка. Говяжий? Паразит. Паразит.
это едят? Ты же ел? Это такой шедевр, что даже и не поймешь. Угу. Я же вам сказала, сподобалось? Ну да. Если гостям не говорить, из чего это сделано, то, ну... То к тебе еще придут в гости. И что, девчата, признаете, что были неправы? Теперь я понимаю, что шедевр можно сотворить из чего угодно. Здорово. Спасибо тебе, Иванка. Замечательное кулинарное открытие. Мы уже записали в свои кулинарные книжки. Браво! Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.